Я давно нахожусь на канале Садко с самого момента его появления. У меня на Садкоме не только телевизор, но и интернет. И меня это очень устраивает. И когда переходила вся страна на цифру, я осталась спокойно на Садкоме. Я на Садкоме смотрю все каналы, которые мне все хочется. Их очень много. Нет, мне не надо столько. Я смотрю в основном канал «Культура» на Садкоме. Я смотрю новости, которые идут на Садкоме. И я смотрела всегда наши, старалась, местные программы, в том числе «Альфа-канал». Ну, на этим пунктом можно и заканчивать. Для меня этого достаточно. Хватит, спасибо. Я, например, с удовольствием смотрю какие-то программы, когда рассказывают об открытиях археологических, исторических. То есть, когда у тебя появляется свободное время об этом. Кроме того, я смотрю программу «Моя роль» или «Правила жизни». Вот такие, где тоже можно получить очень интересно. Бывает, я путешествую с телевизионными каналами. Путешествие каждый день. Какое же оно красивое. Да, не без того. Когда-то смотришь и фильм. Я терпеть не могу сатиру, юмор и эти каналы. Я, если нечаянно на них попадаю, мне никогда не смешно, я всегда переключаюсь от этой глупости. Ужас просто. Все вот это вот дешевое кривляние, это не про меня. Но не без того, конечно, какие-то ток-шоу редко я все-таки смотрю. Это на Первом канале есть такая программа, где собираются... Ну, наши ведущие мэтры и вспоминают они о своей молодости, о своем становлении, о каких-то курьезных случаях в своей жизни. Есть такое. Но времени для этого остается мало, потому что работа моя связана с вечерними просмотрами спектаклей. Ну и, конечно, я сейчас с удовольствием смотрю в 22 часа на канале Садко непосредственно программы про театр. Я считаю, что это очень хорошие информативные программы. Они неформально рассказывают о жизни культурной, там не только о театре. Там прошел и повтор многих программ прежних «И с любимыми не расставайтесь». И самое интересное – теплые воспоминания о людях, которых уже нет с нами, рядом. Это читом прозвенели в небе трели, это едут на гастроли министрели. Навострили барды лыжи, и не дальше, и не ближе, а прицельно в наш советский Тель-Авив. Такой советский! Вообще, телевизор — это не есть мое все. Я еще люблю почитать. Ты думаешь, придет, не придет? Я думаю, придет. Придет? Как всякий Новый год. Пожалуйста, смотри. Иду через лес по сугробам с огромным мешком за спиной. А мешок где? По непротаренным дорогам волшебник с седой бородой. И все с малых лет меня знают, повсюду желанный я гость. Меня все с улыбкой встречают,
Уж так на Руси повелось. Здравствуйте, Дедушка Мороз. С наступающим Новым годом, с наступающим праздником. Дедушка Мороз, ты к нам пришел в программу «Между нами». Да. Ты с нами будешь откровенный? Ну, постараюсь, насколько это возможно. Постарайся, дедушка. Присаживайся. Спасибо. Какой у тебя посох красивый. Дедушка Мороз, а вот такой к тебе вопрос. Вот столько лет много приходить в гости к ребятишкам на Новый год. Ты не устал? Да это счастье. Это счастье видеть ребятишек, видеть их открытые глазенки, видеть, как они тебя смотрят и ждут, а как они радостно кричат: «Дедушка, иди скорее». Дедушка. Да разве от этого устанешь? Ну кто же от радости устает? А вы знаете, какое счастье дарить? Когда я был маленьким Дед Морозиком, я любил получать подарки. И слышал такую мысль, что дарить – это лучше, чем получать. Думаю, какие все глупые. Дедушка Мороз, я знаю, что ты был 13-летним Дедушкой Морозом. Был. Был? Но не в хороводе. А я начинал играть на сцене Дедушкой Морозом. В Чите? В Чите. Откуда, видишь, у меня разведка какая, дедушка? Ну, я хочу спросить Дедушка Мороза про взрослых. Вот дети-то у них глазенки такие хорошие. А вот эти папы, которые без конца подносят за Новый год. Как, Дедушка Мороз, вот это выстоять? Если ты пришел развлекать людей, это, извините, твоя работа. А кто же на работе-то выпивает? Не выпиваешь на работе, дедушка. Нет. А потому что потом работа-то, веселиться надо. Зазвенели голоса друзей, ввысь летят ракеты и хлопушки, и уснул трудяга муравей в своей теплой маленькой избушке. Почему зимою люди лето ждут? Почему они смешные не поймут, что нужны нам и зима, и холода? Что погода людям разная нужна. Серебро укутаны дома, лето сказочной скатертью укрылось, а вокруг холодная зима. Почему здесь все переменилось? Почему зимою люди лето ждут? Почему они смешные не поймут, что нужны нам и ветра, и холода? Что погода людям разная нужна? А где дом у Деда Мороза? А дома в Великом Устюге. Вот пока доехал. Оттуда до нас добрался? Конечно. Мы тебе благодарны, конечно. Да нет, конечно, у каждого Деда Мороза есть своя вотчина. Ты на Амуре живешь? Я главный амурский Дед Мороз. Да ладно. Да точно. Хоть бы в гости позвал. Ну, позовет потом. Кто же вас не зовет в гости? Каждый год 31 числа мы ходим в баню. Ну кто в баню? Идем на площадь. А это, кстати, любимый фильм Деда Мороза «Ирония судьбы». Еще «Карнавальная ночь». «Карнавальная ночь». «Карнавальная ночь». Ой, какой фильм. Наизусть знаем. Знает «Карнавальную ночь» Дед Мороз, ты понимаешь? Ну, Дед Мороз. Ну, давно живет. Давно живет, давно. Все помнит наизусть. Вот недавно день рождения был. Опять 18 ноября. Каждый год в одно время. Каждый год. В одно время почему-то день рождения. Чудеса, дедушка. Разве у дедушки не 9 июля день рождения? У дедушки 18 ноября. А вы про кого-то другого спрашиваете? А, у кого-то другого 9 июля. Ладно. А кто это? Это сюрприз. Сейчас этот гость появится перед вами. Вот я себя вот так закрываю. Не знаешь, кто это? Даже не догадываюсь.
Здравствуйте. О. Сергей Иванович Елизов, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Заслуженный артист России, самый главный амурский Дед Мороз. Да. Так вот, какого гостя нам Дедушка Мороз-то привел под Новый год. А он-то со своими, понимаешь, гостями. Вот, со своими друзьями. Моя вообще. Свита, да. Твоя свита. Сергей Иванович, ну вот это же правда, что Дед Мороз ты начал в 13 лет? Ну да, правда. А как можно 13-летнему ребенку играть Деда Мороза? Ребенок ходил в кукольный пионерский театр. Угу. При Доме пионеров. И там ему поручили роль Деда Мороза. Ну а почему же 13? Почему этому ребенку? Почему 13-летнему ребенку поручили Деда Мороза? Ну, пионерский театр, там взрослые не играют, там же пионеры. Две Тейска, с вами помните? Помним. Вот, я ходил в Дом пионеров. Ставили спектакль и решили, что Дед Мороз будет живой. Мне было 13 лет. И мне сказали, вот будет играть Сережа Елизов. Ну, как оценили эту работу? Счастье не безмерное. Во-первых, мне сшили костюм. Да-да-да. А костюм отделали поролоном. Он тогда только появился. Ой. Костюм, конечно, колом стоял, как матрешка, но красоты неписанной. Привезли парик, бороду из Москвы, из магазина ВТО. Батюшки. Я как? Так, зная твой возраст, отнять 13 лет. Боже. Это первый раз я вышел Дед Морозом в спектакле. Через год я вышел на елку. Меня просто выпихнули играть к елке. Посчитать невозможно то количество раз, которое ты выходил в этом образе, да? Нет, конечно. Это не надоедает? Это раз в год случается. Или это тот самый случай, когда, помнишь известную байку про актеров, да? Я не поеду в Голливуд. У меня елки. Вот когда в 13 лет мне дали роль Дед Мороза, так. Наша школа лучших учеников отправляла на экскурсию на зимние каникулы в Ленинград из Читы. Бесплатно. И когда сказали, от нашего класса поедут двое, мальчик Елизов и девочка еще там, мальчик Елизов поднял руку, сказал, я не поеду, у меня спектакли. Так. Там дело дошло до родителей, до Дома пионеров. Ходили, как вы мальчика не отпускаете, ему экскурсия бесплатная, выпало счастье в жизни. А мальчик стоял, нет. И когда сказали, ну, Сережа, поезжай, будет Вова Макаров играть Дед Мороза. Что, Вова? Да не, я не поеду. Костюм шили на меня, все мне привезли, и вдруг Вова Макаров будет играть. Сергей Иванович, что-то про вас актером родился? Наверное, не знаю. Ну ладно, тебя в Иркутское театральное училище не взяли. У меня не взяли, потому что я на драматическое отделение. Сказали, на цыгана похож. Цыган еврей. А такие роли в советских спектаклях. Не нужны были никому. Будь еврей, Емелю. Ну ничего, я потом в драме-то наигрался. В какой драме? В амурской. Ты имеешь в виду ту харизматичную роль, где ты с топором бегал? Концерт для топора с оркестром! Это вторая роль. А это вторая? А первая, это из люка-то вылазил. Батюшки. Ну, про Шекспира-то. Я их там успокоил. Ну, ты же был на историческом моменте, когда мне представляли труппи Фазлиев. Вот у нас будет трактирщика играть. Ты же снимал в тот точно. Момент. Нас, так сказать, осчастливил своим появлением Сергей Иванович Елизов, заслуженный артист России. Прошу любить и жаловать, который будет играть роль Ходжеса. Ну, наконец. Это моя дочь. Я ее узнал. Это дочь. Сергей Иванович, прописываться надо. Да потому что та роль... С топором перебила все остальные, понимаешь? Ты говоришь, вот две всего роли. А знаешь, сколько было бы еще? Который постановщик с топором приехал, он ставил Льва Гуровича Синичкина. Да. И позвали меня на графа Зефирова. Угу. А графа Зефирова играл Матвеев, репетировал. Естественно. И когда я пришел на репетицию, здравствуйте, Владимир Гаврилович, я понял, что я стал прозрачный. Меня не видно. Я думаю, ну, может, человек не услышал. А мне режиссер сказал, сейчас вот Владимир Гаврилович сыграет, потом вы. Ну, это как тот случай в детстве, да? Как это, не я буду играть Деда Мороза, да? И я прошла репетицию, подхожу к режиссеру, говорю, мне вот это не надо. Вы разберитесь, нужен ли вам или нет, я ушел. Вот театру на тот момент нужен был вот этот харизматичный образ вот этого ревнивца.
Ты не видела этот спектакль? Не видела, но очень хорошо знаю эту пьесу. Да, требуется лжец. А почему согласился? Тебе это было интересно? Расстаться со своими куклами, предать их? Нет, а я же их не предавал. Я же это параллельно делал. Ну, мне было интересно, да. Вон из моей харчевни! Если еще кто сюда явится, я не знаю, я... Боже, милость твоей! Ты, сучка, марш вниз! Но вы еще не знаете, что я чуть не стал Лыняевым в «Волках-овцах»? Да ну! Я же вылечил Роберта в одну минуту. Салахова. Салахова. Он звонит Татьяна Федоровна, говорит: Сергей Иванович, вы можете прийти срочно? Вот срочно. Я на такси в драму. Она говорит: Сергей Иванович, заболел Роберт, воспаление легких, плохо, через неделю в спектакле надо играть. И у кого? Она говорит: Лыняева, Господь с вами. Вы что, успеете за неделю сшить костюмы, там все? Татьяна Федоровна говорит: не надо. У вас есть белый смокинг, у вас есть черный смокинг, у вас там золотая есть жилетка. И вот вы будете в своем. Все. Режиссер здесь, она позвала режиссера, он с ней поговорил, тот режиссер говорит: все, завтра на репетицию. Мне дали кассету, дали текст. Кассета с салаховской записи? Да. На репетицию. Захожу во двор, мы с Робертом жили в одном дворе. Впереди идет фигура. Я говорю: Роберт, больная. Привет, привет, откуда? Спали в клинике. Я говорю: а что, ты что, заболел, говорят, сильно? Да вот, пусть знают, пусть это все. Пусть, как у них там спектакль пойдет. Я говорю: да нормально все, Роберт, тут мне дали кассету, текст, я буду репетировать. А он говорит: ну давай, удачи, старик. И вы здоровы. На завтра у меня репетиция в 11, в 10 мне звонит Татьяна Федоровна, говорит: Айболит вы наш. Все, а Лыняев от меня слынял. Если сыграет, да, и понравится зрителю, это же потом два состава останется, уже и Елизова не придашь. Это чистой воды актерские дела и театр, да, это... Ну, вот так вот. Хорошо, вернемся к твоему детству. Помню, славным я был малышом. Я резвился в траве с голышом. Ведь мама, ты все равно в любительском театре в твоем участвовала? Не мама, бабушка. А бабушка? Бабушка. Она... Одна бабушка участвовала в любительском театре, а другая была страшная театралка. Mm. Вот раз в два месяца или в месяц раз они с подружкой собирались в театр. И тебя с собой таскала? Не, на вечерний спектакль. Она со мной ходила на дневные. «Снежную королеву», я помню, видел это. А «Снежную королеву» играла Ольга Высоцкая. Она одно время работала в Читинском театре. И вот как раз я ее и видел. Да ладно? Вот так. Вот как Ольга наше Дмитриевна. Слово отзовется. Ольга Дмитриевна. Ничего Потому себе. Что потом говорили, что ни одна потом актриса не смогла сыграть так королеву. От нее, когда она выходила на сцену, от нее холодом веяло. Она же такая аристократка. Вот от нее веяло холодом. Класс. И это был мой первый спектакль в драме, который я видел. Я помню все. Ты, конечно, растворился в Герде, да? Что я помню Герду? А кого ты помнишь? Кая? Да и вообще сказку саму вот это вот... Ощущение вот, театра. Вот тот мир какой-то необычный. Mm. Сегодня впервые ты входишь в сказку, где мир будет странным и нежным и ласковым, где будет много разных превращений, а с правдой рядом ложь. А это правда, что вот от того, что тебя не приняли в Иркутско-театральное, ты с психу приехал в Благовещенск? Так пишет пресса. Нет, не так. Давай. Я когда первый год работал в театре, в Читинском театре, в то время было 35 лет. Эмилию играл артист 40, Несмеяну тоже, а мы, молодежь, нам сделали отдельную группу и сделали для нас маленький спектакль. Там режиссер Маргарита Алексеевна Поспелова, это вообще мой первый режиссер, да. Под домом пионеров,
она из больших зверей сделала маленьких. То есть там был медведь, она сделала медвежонка. Была лиса, она сделала лисичку. И вот эти звери построили ракету и полетели на звезду «Волчий глаз». И вот мы играли там одна молодежь. А одна актриса была из Благовещенска. Она говорит: «Серега, вот там театр молодежный, там Богорат, там все одинакового Богорат, возраста. Там они играют все, а тут ты будешь вот медвежат играть». Вот. А мне хотелось Емелю, ну, молодость, что охота играть? Емелю, там еще большие роли. Сыграть-то можно, но протянуть вот это все, хватит ли сил на весь спектакль? Сыграть можно, смотреть сыграть-то нельзя. Сыграть-то можно. Смотреть нельзя. Я написал, потому что еще увидел объявление в советской культуре. А тут поступил, не поступил в училище, а поеду. Душевный разговор. Бельэтаж. Красивая улыбка. Это так просто. Стоматологическая клиника «Аурика» предлагает имплантацию зубов. Приемлемые цены, квалифицированные имплантологи, современное оборудование. Стоматологическая клиника «Аурика». Улица Ленина, 195. So perfect and blue, and the boy says, babe, believe me, it's all for you. От коллектива «Золотых ножниц» поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам в следующем году счастья, здоровья, улыбок и красоты. С Новым годом! С Новым годом! С Рождеством поздравляет вас Садком! И умчался я на Амурскую землю. Не пожалел ни разу? А я не знаю, вот чем-то она мне притянула, прикипела. Я же 3 раза отсюда уходил. Только хотел сказать, уезжал же периодически. Сюда. Первый раз уехал, меня назад. А куда уехал? Первый раз я уехал в Тюмень. Там. Далеко. Далеко. Давно это было? Любовь позвала. Вот так. Мне 17 лет было. Я приехал в Тюмень. Меня ждут молодого артиста. Они репетируют «Аленький цветочек». Какую бы вы роль хотели там сыграть? Так. Дуру-то понимаю, что сейчас скажу Антона. Там больше играть молодому парню нечего. Там работник Антон. 2 сцены. А я говорю, я хочу играть Бабу-Ягу. Немая сцена. Парень в 17 лет в классике кукольного вообще. Дали. Дали? Дали, я ее играл. Восхищались? Оправдал их надежды? Ну, восхищались, как Фрося Бурлакова. Восхищались. Не знаю, восхищались. Вообще, надо сказать, что вы работаете с самым нежным, самым трогательным возрастом в детском кукольном театре. Вот у меня первый вопрос. С какого возраста рекомендовано водить детей в детский театр? Раньше было с 5.
Так. Потом стало с трех. Так. Сейчас и в 2 года приводят. Приносят. Приносят на руках. А в садик, когда работаем, приводят ясли. Если им что не понятно, они встают и пляшут. Плачут дети сейчас в театре? Плачут, когда ничего не понимают. Или очень маленькие. А на события им жалко кого-то? Вот на соучастие? Нет, это есть. Вот «Воистенки» и «Пугало». Угу. Сказка такая грустная. Угу. И вот они сопереживают очень, угу, по-настоящему. Ну, детей же обмануть нельзя. Да. Нельзя. Взрослого можно обмануть, ребенка нет. Если ему не интересно, все. Хоть ты на пупе вертись, как говорят, простите меня, но не поверит. А если он поверил? Он твой. Да. А часто бывает, вообще бывает ли такая ситуация, когда ребенку, просмотревшему спектакль, хочется прийти и пообщаться с куклой за пределами спектакля? За ширму нет, конечно. Но у нас сейчас есть волшебный телефон в театре. Он может позвонить персонажу. Что это значит? Ну, внизу стоит будка. Так. Снимает трубку. Дежурный диспетчер слушает. Тебя как зовут, Вася? С кем бы ты хотел пообщаться? Вот в субботу играли «Золотого цыпленка». Хочу поговорить с волком. А у нас на телефоне актеры дежурят по очереди. Вы это где-то подсмотрели или это ваше выдумка? Мы увидели это на Камчатке. И мы были там на фестивале, увидели. Вот это же здорово. Ой, ну это безусловно. Ничего себе. Очередь стоит после спектакля в эту будку. Значит, обманули. Значит, завоевали, да, сердца детей. Я знаю, что не только Дед Мороз дарит подарки, но и Деду Морозу дарят подарки. И у тебя есть специальная коробка, в которой собираются эти подарки. Да, мне часто дарят рисунки. Ну, просто какая-то каляка-маляка. Дедушка, это тебе. Положил, в коробке не занимает места. Как-то мальчик нарисовал танк, там чего-то. Вот, лежит, ну и лежит, господи. А тут проходит сколько-то времени, и мальчик с братом, брат, видимо, студент, сфотографироваться с Дедом Морозом можем? Ну, пожалуйста. И этот, который студент, а можно мы стишок расскажем? Ну, а то не, в хороводе не получилось. Ну, давай рассказывай. Я говорю, на студент, ты смотришь на меня как-то странно, что вроде как мы с тобой виделись. Он говорит, а я, когда был маленький, я был у вас здесь на елке, и я вам, Дедушка Мороз, дарил рисунок. Он говорит, точно мне? Он говорит, точно. Это были вы, я по голосу узнал. Я говорю, пойдем. Я их завожу в гримерку, открываю коробку, говорю, вот это твой рисунок. А что вы храните? Ну вот. Трогательно. Трогательно. Я сам не ожидал. Трогательно до слез. А вот ты говоришь, что, вернее, что он не смог на хороводе прочитать, потому что, вот представляешь, 200 детей, и каждому хочется прочитать стишок. И они придумали лазейку. Дают снежок по кругу, и дети друг другу передают. И на ком музыка остановится, у кого в руках будет этот снежок, тот читает стишок. И не обидно, понимаешь, что тебе дали, а тебе тоже нет. Тоже придумали или подсмотрели? Ну, мы придумали. Но самое интересное, что папы, мамы... давно, и я до сих пор помню, организация гуляла. Уже взрослая елка. Что интересно, раньше в костюмах приходило 20% детей. Ну, 30. Остальные в своем. Сейчас все. И вот раньше мы проводили парад костюмов. И была на елке красная шапочка. Маленькая девочка, обаятельная. Не знаю, она всех обаяла. Она ходила с корзинкой. Ей вышла петь стишок, она рассказала стишок и спела песенку. Из корзинки достала бутылочку молока и пирожок, угостила меня и Снегурочку. Девчушка вообще, она всем, ну вот, ну как-то вот... Запала в душу. Запала. Ну вот бывают такие дети, что вот ты его сразу увидишь. Парад костюмов, провели мы все. Ну дети кто? Мы сами не выбирали в то время. Какой вы считаете костюм самый лучший? А, красная шапочка. А первый приз была вот такая кукла. И я эту куклу и бабах. Ну и следующий подарок. И вдруг подбегает эта распорядительница, председатель правкома. Не той девочки. Тетя в кремплении, вот такая хала. Это подарок не этой девочке. Это подарок
дочери главного инженера, а этой сунула какую-то там машину. Вот и красная шапочка спасибо сказала и ушла в сторонку. А та наступилась, дочка главного инженера, не то дали. До сих пор мне стыдно вот перед этой девочкой. И красная шапочка. Это ты дал шубку Дашке? Да. Вот. Дай мне, только краше. А что ты мне ручку-то не это... А потом? Нет. А, да? Да. Дедушка Мороз, а. Это ты дал шубку Дашке? Ну, я. Дай мне, Вечно. Только краше. Так вот знаю Дашу, умница, разумница, славная работница. Я наградила, дело дарила, у тебя-то что-то не знаю. А вот здесь я говорю. А, вот да, здесь. Да, да, да. Помнят-то руки. Друг он просто преотличный, убедилась в этом лично. Верный, светлой душой, да и умница большой. Вот не отнять, не прибавить, он и как коллега тебе подскажет, и если вот какие-то семейные проблемы, можно позвонить любое время дня и ночи, и он тебе... Ты такой психолог прям? Наверное, психолог. В свое время, когда мы только пришли в театр, молодые, было время, когда летали на пинках от него, в хорошем смысле. Сначала мы обижались, а теперь мы понимаем, что только так можно чему-то научиться, вот тогда, в том возрасте, когда ты пришел. Сейчас его пинков не хватает. Правда, Полина? Это да. Это да. Она сказала, голова. Она сказала, что гонять некому сейчас. Ты подуспокоился, уже в свое время отгонял, мастерами их сделал, все. Нет, дело в том, почему успокоился. Нет, он мне говорит, подуспокоился. Я говорю, нет, мудрым стал. Он сложный человек, но интересный, но интересный. С ним очень интересно мечтать. Так это свое мнение будет отстаивать, невзирая на личности, ни директора, главного режиссера, он все равно упрется будет. Переубедить его сложно, но можно. Ну, он, так скажем, человек упертый по характеру и честный. Да, своеобразный юмор. Своеобразный юмор. И какая-то неуспокоенность, я бы сказала. В чем? Вот. Потому что он вечно ищет. Вот что-то ему всегда не нравится. Вот он такая вот, у него есть неудовлетворенность, в том числе и собой, и том, что, тем, что он делает. Вот он сомневается, он смотрит, как это сделать лучше. Вот такая вот неуспокоенность, вот такой какой-то трепет, да. Вот, наверное, это можно отнести, может быть, не к главным чертам характера, но к тем, которые бросаются в глаза и в творческой жизни, которые становятся, ну, чуть ли не главными, скажем так. Задор его остался вот до нынешних дней. Если он что-то делает, то он на сцене, если работает, то чувствуется контакт с детьми, он быстро находит. Риторический вопрос. Наверное, тебе его задавали много-много раз. Не наигрался в куклы? А я в них не играю. Ух! Я ими живу. Это же моя жизнь. Как можно наиграться? А куклы скучают по своему хозяину? Наверное. Что, не рассказывают? Наверное. А когда... Если долго не играешь, берешь... Вот, она такая послушная бывает. А когда... Он ожил! У него глаз прямо. Когда... Глазками моргает, да? Мы все делаем, глазками. Посмотри. Нет, он просто живой глаз появился. А надо ракурс повернуть немножко. Вот я просто... Они слышат, они видят, они скучают, они переживают, они страдают. Привет. Здрасте, Ваше Величество. Вот так. Ой, да, я же с королем. Должен дать вот
так. Вот так. Вот теперь целуйте. А вот целуй, Господи, Боже мой. Давай, давай. Ты же у нас дедушка, это умеешь. Ой, дедушка, Господи. А короли поют песни? Ну, когда на балу, почему бы не спеть? Да? В волшебной стране. У нас сегодня бал. Ох, как трудно, ох, как плохо королем быть много лет, соблюдать ежеминутно весь дворцовый этикет. И фасон замысловатый, и старинный минуэт, и поклон витиеватый, и изящный пируэт. А мне женить бы принца и дедушкою стать, и в колыбели внука скорее покачать, с утра не наряжаться, а улизнув толком, с внучонком пробежаться по лужам босиком. Вот такую песенку. Да, слушай. Поет король. Короли тоже босиком бегают, да? А ты его мечта. Как говорят твои коллеги, да, что ты в этой профессии уже знаешь все. Ты пишешь пьесы, ты сам делаешь кукол, ты переиграл, там, не знаю, много сотен этих ролей. Но ведь должна существовать преемственность. Стоматологи могут решить любую проблему с зубами. Лечите зубы с удовольствием. Улыбайтесь чаще, Аурика. От коллектива «Золотых ножниц» поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам в следующем году счастья, здоровья, улыбок и красоты. С Новым годом! С Новым годом! С Рождеством поздравляет вас Садком! Почему ты не хочешь создать какой-нибудь такой кружок, чтобы это делать? Почему ты не готовишь учеников? Ой, ну почему? Кружок – это дело очень хлопотное и неблагодарное. Кружок – это такое дело. Потому что там все нужно делать самому. А преемственность должна быть в театре. Вот. У меня есть актеры, которые искренне считают меня своим учителем. Так. Но я и те актеры, кто со мной поработали в «Энтрепризе», так, они все куклу-то водят немножечко лучше, чем остальные. Без Сергея Ивановича я бы просто в профессии не состоялся. Действительно, он меня подтолкнул, показал. Обучил, где-то я сам подсматривал втихаря, там где-то, да-да, бывало и такое, где-то на спектакле подсмотришь какие-то интересные моменты, чтобы потом самому применить. И вот действительно, да, он вывел меня, так сказать, в люди, сейчас я мастер сцены. Было тяжеловато, это не так просто играть в куклы, это очень-очень такой труд, действительно серьезный. И
вот он начал меня обучать потихонечку, как-то показывать, как кукла должна действовать, то есть как она говорит, как она ходит. Как это кукла к вам относится? Вот это. Эта кукла очень хорошо ко мне относится. Это... А ну покажите, как она к вам относится. Алексей Иванович, здравствуйте. Он хорошо относится, вот так вот, вот так. То есть в руках мастера кукла оживает, правда? Естественно, да, иначе она просто предмет и все. Он танцует и поет, и билеты продает. А это... Грузин? Что, не узнаешь, да? Князь Вану. Ханума. Ханума. Не люблю копить, а люблю я пить. Если вдруг судьба затаскует, грусть в вине топить. Мы, грузины, поем красиво, танцуем красиво, а денег нету. Я могу тебя спросить, сколько получает заслуженный артист России Елиза? Ой, ну зачем это надо уже? Уже где-то... Чтобы мы не плакали и не смеялись, да? Ну зачем плакать, смеяться? Вот я сейчас, кроме того, что я артист, я еще зав. Постановочной части. Да. Вместе со всеми... А завлит же это было еще. А? Завлит. Завлит надо было место освободить мне для кого-то. Мне подвинули. Понятно. В общем, чтобы что-то поиметь, надо не уходить оттуда. Ну подожди, ответ хочу до конца получить. Ну. 27 тысяч я получаю на руки. Ну что, это нормальная зарплата? Ну это потому, что еще 10 тысяч из них завпостовские. А не было бы? Нет, вот 17. А вот ты помнишь, история на Ютубе было выложено обращение актера, да? Да. Это с вашего театра? Да, да, да. Ну вот это на самом деле как бы это был крик души этого человека? Да, да, да. Получается, как в том анекдоте. Вы кушаете мясо, мы кушаем капусту, а все вместе мы кушаем голубцы. А вот мэтры, мастера, которые, вот они как отнестись к этому жесту этого пацана? Ну, все по-разному. Как ты отнесся, скажешь? Или это крик вопиющего в пустыне? Вот это, скорее всего. Я понимал, что то, что вот он так смело выступил, сказал, молодец, не побоялся. Правда, там потом... А чем история закончилась? Да ничем она не закончилась. А парень этот работает? Ну, конечно, работает. А, работает. Он ничего, никакой Америки не открыл. Вот посмотрите, вот ваша зарплата, вот наша зарплата. Ах, как не любят у нас, правда, чиновники. Слушай, да? При таких зарплатах что людей держит в театре? Вот по стольку лет Шаймулина, Долгая, ты, Козис, вы же все работаете уже много-много лет в этом театре. Ну что может Шаймулина? Лариска вся актриса от Господа Бога, ее Господь поцеловал. Что может Ольга Долгая? Ее тоже Господь поцеловал в темечко. Да, да. И лучшей партнерши нету для меня. Чем кто? Была, чем Ольга Долгая. Она с полудыхания меня понимает. Вот я... Мы как-то елку вели, и у меня перехватило... Устали уже, какая елка неизвестная. А она тут, матрешка, в хороводе сказала, она, хватит мне микрофон пускать. Она услышала, что... Что вы угасаете. Да. Как-то я написал там, типа, эпиграммы, что с Ольгой долго мы долго играем, много места за жиром мы занимаем. Но мы можем в такую щелочку так обнялись, и раз, и поменялись местами. Поцеловал ее Господь. А что она еще может? Ну, может она мыть полы и не гнушается этим, когда надо. Так что вот театры любят не за деньги же. Да, а вопреки. Сергей Иванович такой большой. Такой он добрый, когда работает Деда Мороза. Я считаю, что это у нас в театре это лучший Дед Мороз. Самый красивый, самый настоящий. Мой отец очень хорошо поет, пел. И вот они там перед для куражу там 5 грамм. Для блеску. Враги сожгли родную. Пел, конечно, душа выворачивалась. Но он говорит, ну как можно на трезвую голову прыгать и скакать?
Что, трезвые, что ли? У пап, ты что? Скажите вы в камеру, что актеры выступают трезвыми, иначе не получится. Да, да. И настоящие Дед Морозы все трезвые. Абсолютно. А те, которые под этим делом Дед Морозы, это Дед Мороз, это ряженые. Браво. Нет, это хлеб-то такой, хотя удовольствие получаешь. Четвертая елка сейчас начнется. Господи, боже мой. Ой, ни сил, ни рук, ни ног. Думаешь, вот глаза закрываются. Только ту-ту-ту-ту. Вступление, как боевая лошадь. На звуки горна. Сереж, программа-то у нас сегодня новогодняя. Новогодняя. Я, конечно, бы предложил бы тебе все-таки поднять тост. По-мировому договориться, чтобы поздравление наших зрителей сделал все-таки твой персонаж. Так что давай, возвращайся в Деда Мороза опять. Ладно. Будь по-вашему. Докажите, что вы артист. Мы всегда артисты. Шел по лесу Дед Мороз, мимо кленов и берез. Шел по лесу 8 дней, мимо просек, мимо пней. Шел по лесу 8 дней, мимо просек, мимо пней. Шел по лесу 8 дней, шел по лесу 8 дней. На пруду сверкает лед, наступает Новый год. В гости Дед Мороз идет, он подарки принесет. Вот так. На поляне тишина, светит полная луна. Все деревья в серебре, пляшут зайцы на горе. Пляшут зайцы на горе. Все деревья в серебре, пляшут зайцы на горе. Пляшут зайцы на горе. На пруду сверкает лед, наступает Новый год. В гости Дед Мороз идет, он подарки принесет. Вот такая вот песня. Вот теперь верю, что Дедушка Мороз настоящий. Дедушка Мороз, какие-то пожелания от тебя хочется для наших зрителей? И для маленьких, и для взросленьких, для всех. И для бабушек, и для дедушек. Для всех. Опа! Ура! Новый год! Желаю всем, во-первых, здоровья, которого никогда и нигде не купишь. И исполнение желаний любых. Желаю всем благополучия и мира на нашей прекрасной, красивой планете. Мира, это очень актуально. Будьте счастливы. Спасибо, дедушка. Спасибо. Как учили. Спасибо. С Новым годом. С Новым годом, дорогие наши зрители. Мира. Самое главное, мира в следующем году. Всем людям на Земле. А я хочу пожелать, чтобы в каждый дом пришла любовь и удача. Между нами говоря, с Новым 2016 годом. Ускоряют ход новогодние часы, и желания загаданы давно. Пусть начнется год с белой-белой полосы, он придет ровно в полночь и станет светло. Новогодняя сказка, белый ангел с высоты. Новогодняя сказка, не сегодня я и ты. Новогодняя сказка, где сбываются мечты. С новогодней сказкой к нам приходит счастье. Почему ностальгирую вот по этим вот
делали фигурки, вот эти всякие человечки ходили, это же Денис все делал, пластилиновые, вот это все мне безумно нравилось. Кстати сказать, почему вот их как бы не продолжать? Ну, может быть, у меня такие вот пожелания. А я считаю... Правильно. И показывают на Садкоме. На Садкоме, да. Очень-очень. Ты говоришь, почему? Потому, да, потому что я с арт-видео, это все... Мой ребенок там был, понимаешь? Ну, как бы я... Ну, естественно, я была в курсе всех событий. А уж то, что там рябенькое у вас на экране было, это я все перенесла, пронесла через вот до по сей день. Ну, сейчас, я думаю, ни у кого не рябенько, это не только в Садкоме, мне так кажется, но мой любимый Садком, я всегда с ним вот шагаем параллельно. Папа вчера телевизор купил, быстро его к стене прикрепил, вылез на крышу, антенну собрал и телевизор настраивать стал. Мало каналов, сказала сестра, нужно Садком обратиться, друзья. Алло, Садком? Мигом приехали к нам мастера, стало каналов у нас. В любой момент можно попросить, даже такие капризы, попросить о чем угодно, отремонтировать, отрегулировать. Вот я, например, не очень дружу с техникой. Ко мне могут прийти, даже сбился какой-то там, что это, как это называется? Сигнал. Нет, ну вот да, сигнал переключает, и у меня вдруг исчез какой-то канал. Я могу тут же позвонить. Здорово, хозяйка. Здрасте. Телемастера вызывали? Да. Где больной? Вот. Так, сейчас посмотрим. Так. Ага. Ой-ой-ой. Так. Ну. О, все ясно. И тут же придет человек, оснащенный всем, и с такой легкой улыбкой, мол, ну что тут, раз, переключил, пошел. Я довольна. Я правда довольна. Я хочу, чтобы они процветали.